З моменту відкриття першого антибіотика пеніциліну у 1928 році ці ліки стали рятівниками від багатьох інфекційних захворювань та ряду бактерій. Але патогенні мікроорганізми з роками адаптувались до дії антибіотиків, бактерії стали агресивнішими. Це приводить до тяжких наслідків від хвороб, які раніше успішно лікували ці ж антибіотики. Так звана резистентність до антибіотиків призводить до 700 тисяч смертних випадків на рік, а також зменшує ефективність прийому антибіотиків в післяопераційний період, після трансплантації, коли це життєво необхідно, та погіршує сприйняття хіміотерапії при лікуванні онкозахворювань. Сьогодні людство виробляє біля 100 тисяч тонн антибіотиків на рік. Близько 70% з них іде на заводи з вирощування тварин. Це кормові антибіотики, які посилюють ріст свійських тварин. Логічно, що вони потрапляють і на наш стіл, тим самим послаблюючи імунітет та порушуючи роботу внутрішніх органів. В деяких країнах вже серйозно замислились над цією проблемою. Так, в США користується попитом сьомга з Норвегії, яка вирощена без антибіотиків. Правда, така риба вдвічі дорожча за звичайну. В тій же Норвегії вирощують лосося, якого вакцинують на етапі росту. В результаті риба захищена від інфекцій, а додавання антибіотиків стає непотрібним. Така технологія використовується з 1994 року. Ще один аспект – це вживання антибіотиків населенням, зазвичай без рецепту. Потому что когда сильное заболевание, некогда стоять в очереди. Проще прийти в аптеку, спросить совета, принять антибиотики. В більшості країн Європи неможливо придбати їх без рекомендації лікаря. З 2014 року такий закон вже діє у Білорусі, прийнятий цьогоріч у Казахстані. А з 15 грудня буде діяти у Арменії. Нам потрібно давно зрозуміти та прийняти, що антибіотики – це не знеболювальне або жарознижуючий засіб, тим більше не вітаміни, які можна у будь-який момент купити і вжити, навіть не порадившись з лікарем. Звісно, на антибіотиках в тому числі тримається фармацевтична імперія, якій зовсім невигідно зменшувати виробництво цього виду ліків, адже їх продаж дає близько 40 мільярдів доларів на рік. Відмовитись від антибіотиків неможливо, вони, як і раніше, рятують життя людей. Але в наш час актуальне питання – як не програти в битві з мікробами? А до нашої студії вже завітав спеціаліст, який нам розкаже, що таке правильні антибіотики і як їх правильно приміняти. У студії «Нового дня» завідуюча обласним пульмонологічним відділенням Миколаївської обласної лікарні Тетяна Василик. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброе утро, телезрители. Открытие антибиотиков относится к 10 самым выдающимся открытиям 20-го столетия, потому что применением антибиотиков удалось спасти миллионы пациентов с самыми тяжелыми инфекционными заболеваниями. Первый антибиотик был открыт Флемингом в 28-м году, но только Чейну удалось в 38-м году получить его стабильную кристаллическую форму. И с 43-го года началось повсеместное применение антибиотиков. В термин антибиотик, анти, это по древнегреческому против, биос, жизнь, был введен впервые уроженцем Винницкой области, Ваксманом, и который в 52-м году получил Нобелевскую премию за открытие первого противотуберкулезного антибиотика стрептомицин. Начиная с 40-х годов по 70-е, за 30 лет были созданы основные классы антибиотиков. Это пенициллины, макролиды, аминогликозиды. В течение последующих 20 лет, 70-е, 90-е годы, было создано самое большое количество современных антибиотиков, которые мы применяем и сейчас, до 60 антибиотиков. К сожалению, начиная с 90-х годов и по настоящее время были созданы только единичные антибиотики.
антибиотики, потому что создание антибиотика – это очень трудоемкий, дорогостоящий процесс. Он стоит от нескольких миллионов даже до миллиарда долларов. Тем более, что необходимо провести фармакологические и клинические исследования, потому что любой антибиотик вводится в протоколы, в международные рекомендации только после того, как он пройдет большое количество клинических исследований с большим количеством пациентов. И только при доказанной его эффективности, безопасности он вводится в протоколы, которыми руководствуются врачи. Вот по поводу безопасности хотелось бы подробнее, потому что сейчас большинство населения боится использовать антибиотики, потому что считают, что они убивают микрофлору, они убивают вообще внутренний организм, и считают, что если пользоваться просто какими-то противогриппозными, противоиммуностимулирующими, то есть как нам самих себя обезопасить и определиться в том, что нам нужно использовать антибиотик? Для того, чтобы правильно использовать антибиотик, обязательно нужно обратиться к врачу, потому что антибиотик, он действует только на бактерию, он не действует на вирус. А в период, в сезон эпидемии гриппа, ОРВИ, основными возбудителями являются вирусы. И когда больной бесконтрольно, самостоятельно начинает принимать эти препараты, он, конечно, может себе навредить, потому что он принимает эти препараты не по показанию, и тем самым возникает так называемая антибиотика резистентность, которая является угрозой, во многих странах относится к угрозе национальной безопасности, приняты специальные программы по правильному применению антибиотиков. Всемирная организация здравоохранения, глобальная инициатива по предупреждению развития антибиотикорезистентности, специальные программы по правильному применению антибиотиков. Такая же программа у нас принята в Украине. И если больной будет принимать по назначению правильно этот препарат. Препарат назначается врачом с учетом симптомов, с учетом тех возможных возбудителей, которые вызывают данные заболевания, то побочные действия должны быть минимальными, потому что определяется состояние больного, сопутствующее заболевание. Конечно, если у больного есть какое-то уже хроническое заболевание, а назначается препарат, который имеет какое-то кардиотоксическое действие, конечно, эти действия могут быть более выраженными. Поэтому это все учитывается. И если больной сам будет назначать себе, то, конечно, могут возникнуть побочные действия. А при назначении медикаментозного лечения, когда врач определяет, что необходимо использовать именно антибиотик, ко всем ли антибиотикам нужно проходить анализы предварительно и сдавать, допустим, иммунограмму для того, чтобы определить, можно ли применять этот антибиотик? Ну, во-первых, иммунограмма, она не определяет, какой антибиотик нужно назначить. Иммунограмма определяет только, какой силы иммунитет, защитные свойства организма. Определить, какой антибиотик нужно, оптимально, конечно, было бы провести микробиологическое исследование, обнаружить этот антибиотик, определить, какому обнаружить возбудитель, определить, какому антибиотику он чувствителен хорошо. Но это очень трудоемкое, очень затратное исследование. Эти исследования микробиологические, они дают результат обычно на 7-10 день. И обычно это проводится в стационарах у тяжелых больных, где, конечно, требуются такие исследования. В основном лечение проводится эмпирически, то есть зная определенные симптомы, зная определенные заболевания, зная, предполагая иммунный статус больного, его возраст, его сопутствующие заболевания, прием предварительного антибиотика в течение 3 месяцев, доктор определяет, какой возбудитель может быть, и назначает больному, соответственно, антибактериальный препарат. А вот если у человека идет или непереносимость антибиотиков, или по показаниям ему нельзя, допустим, люди с больным кишечником, они очень осторожно относятся к антибиотикам, потому что оно действительно убивает микрофлору. Как поступать этим людям? Не может ли они продолжать болеть? Им же тоже хочется вылечиться. Ну, поэтому есть очень много разных групп, разных классов антибиотиков. Есть классы, которые, да, имеют какое-то воздействие на желудочно-кишечный тракт. Есть классы, которые практически не действуют, не вызывают побочные действия. И врач уже назначает препарат, если есть какие-то жалобы больного. То есть в зависимости от других каких-то сопутствующих заболеваний выбирается, да, антибактериальный препарат, которых имеется сейчас более 20 классов. То есть выбрать есть из чего, но это должен делать только специалист.
специалист, только доктор. Вы сказали, что во всем мире, в Европе и в Украине идет программа, она работает по правильному использованию антибиотика. Хотелось бы узнать, каким именно, в каких мерах она проходит, как проходят какие-то, возможно, семинары, возможно, какие-то собрания? Ну, с 2015 года проводятся дни правильного применения антибиотика, и сегодня наша встреча как раз посвящена этому. И, конечно, это в первую очередь это информирование населения, потому что именно самостоятельное, без назначения, безрецептурное применение антибиотиков и приводит к развитию антибиотикорезистентности, то есть нечувствительности возбудителей к антибиотикам. А все это нас может отбросить в эру до антибактериальной, либо же, если правильно сказать, постантибактериальный период, когда антибиотики есть, но они не действуют на микроорганизм. И могут быть, конечно, случаи и смертности, потому что антибиотик уже не будет оказывать то действие на бактерию, которое мы предполагаем. Действительно, открытие многих супербактерий сейчас отбрасывает некоторые антибиотики на несколько лет назад. Вот как вы видите выход из этой ситуации? Есть ли выход, возможно, заменитель антибиотиков, который поможет победить эти супербактерии? Ну, не только супербактерии, формируется резистентность ко всем бактериям, самым известным бактериям, те, что давно существуют, и пневмококк, и стрептококк, и стафилококк, гемофильная палочка, атипичные. То есть бесконтрольный прием приводит к увеличению резистентности, к нечувствительности, к обычным, тем, что повседневно мы знали многие века и знаем сейчас этим возбудителям. И, конечно, те новые возбудители, которые возникают, и поэтому проводятся исследования, создаются все новые антибактериальные препараты. Но еще раз повторяю, что это очень дорогостоящий, очень длительный процесс, поэтому мы должны хранить то, что мы имеем, правильно применять антибиотики, и тогда не будет резистентности, будет сохраняться чувствительность наших наиболее распространенных, потому что именно наиболее распространенные возбудители, наибольшие, например, пневмококк, он до сих пор вызывает самую большое количество и респираторных, бактериальных инфекций, и пневмоний. И сохранить к нему чувствительность очень важно. А если лечение антибиотиками уже произошло, но антибиотики, кроме того, что помогли человеку выздороветь, еще и нанесли какой-нибудь вред, как человеку проще восстановить его микрофлору? Ну, во многих странах такого понятия, как дисбактериоз, дисбиоз, нет. Конечно, антибиотик, воздействуя на все микроорганизмы, патогены, он в какой-то части может воздействовать и на наши благоприятные микроорганизмы, которые находятся у нас в кишечнике. Обычно при правильном применении питания, при применении кефиров, био-йогуртов, этот восстанавливается микрофлора кишечника. Если этого не происходит, то, конечно, в таких случаях желательно обратиться также к специалисту, гастроэнтерологу, чтобы также определить, какое звено страдает, и усилить назначением уже препаратов, которые восстанавливают микрофлору кишечника. Но также самим нельзя самостоятельно проводить это лечение. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что действительно объяснили нашим телезрителям, что не так страшен волк, как о нем говорят, не так страшны антибиотики, если их правильно использовать. И именно этой теме была посвящена предыдущая неделя в Украине, в мире, в Европе. И сегодняшний эфир, наш разговор тоже был посвящен Спасибо правильному использованию антибиотиков. Спасибо вам большое за такую содержательную беседу.